Итак, всем привет! С вами снова на связи канал Andrius Crypto News. И как всегда, у меня для вас есть нечто невероятное, как бы я это ни выражал, но это мои мысли, это новости, которые полезны абсолютно всем людям, которые варятся в этой каше, которые заинтересованы в криптовалюте и XRP в частности. В частности. Так вот, прежде чем я начну рассказывать, я хочу именно вас попросить подписаться на мой канал с колокольчиком, ведь это важно, чтобы канал рос и увеличивался в своем развитии. И, конечно же, впереди вы не пропустите новые ролики на этом канале, ведь они могут вам однозначно быть полезными. А теперь давайте начинаем. Недавно XRP спустился ни много ни мало на 13 центов. Хотя прошла новость. Недавно совсем было официально обозначено то, что SEC проиграла в суде с XRP. А это крайне положительная новость. И спрашивается, почему тогда XRP не поднялся в своей стоимости? Почему он вдруг завис на этой отметке? Мы видим колебания. Видим то, что курс XRP скачет. Его минимальная просадка за сегодняшний день, возьмем меня сегодняшний день, была 87 центов. По сути, если вы брали бы на закупки еще 5 дней назад, вы могли бы выставить стоимость 87 центов, и, естественно, вы бы купили бы. И когда происходит именно рост, вот на примере, как выберем более подходящий график, вот как на примере момента в сентябре, когда в августе курс имел стоимость $1.13, и буквально меньше, чем за неделю, он увеличился до $1.40. То есть можно было здесь уже заработать довольно-таки хорошие деньги. Просто увеличить свой портфель. И здесь однозначно будет происходить то же самое, потому что я вижу всю картину в целом. Что происходит? Как вообще движется график? Это, в принципе, предсказуемые вещи. И если в этом немножко подразбираться, можно увидеть абсолютно все. Все зависит от вашего опыта и от знаний, от того, насколько хотите вы обучаться и учиться. Так вот, я немножко отклонился от темы. Главный вопрос, почему же XRP не увеличился? А ответ прост, потому что еще это XRP не дали эту возможность произойти. То есть где-то в конце сентября, в октябре XRP однозначно может иметь шанс подняться до прежней отметки 5-6 сентября. То есть вы уже сейчас можете приобретать и продавать на максимуме и зарабатывать по 60-70% от вложенных денег. Это самое что ни на есть наилучшая инвестиция. Лично я, когда записывал видео еще где-то в том диапазоне, то есть это было, да, как раз таки 14-13 сентября, я говорил про то, что XRP имеет огромную возможность опуститься до уровня 90-95 центов. И уже тогда я на Binance приобрел по закупке в 93 цента. То есть автопокупка у меня была произведена. И сейчас я имею XRP, по сути, купленные за минимальную стоимость. И я хочу сказать, что когда произойдет резкое увеличение, можно активно продавать и при этом оставаться в жирненьком плюсе. И XRP однозначно увеличится, просто необходимо время, нужно ждать, и тогда все будет хорошо. То есть, если говорить более внятным и четким языком, 2 недели, месяц, и это будет. Ну что ж, как говорится, поживем и увидим.
А на этом, собственно, все. Кто досмотрел это видео до конца, у меня к вам огромнейшая благодарность, что это сделали. И если понравилось видео, ставим лайк, а если нет, дизлайк. И делимся этим роликом в соцсети. Поможем каналу в развитии. Ну и что же, давайте тогда, до скорых встреч. Пока.